Зачем президенту ежегодно надо выступать с речью о положении дел в стране? Это предусмотрено законом. В Конституции США записано, что время от времени президент обязан рассказывать Конгрессу о состоянии дел в стране и рекомендовать необходимые целесообразные действия. Джордж Вашингтон произнес первую речь о состоянии дел в стране и сделал это ежегодной обязанностью глав государства. Томас Джефферсон счел, что выступление перед Конгрессом напоминает тронную речь. Поэтому он отправлял ежегодные послания в письменном виде. Также поступали и все следующие президенты США до тех пор, пока Вудро Вилсон не выступил перед Конгрессом с речью в 1913 году. Обычно президенты выступали с ежегодной речью в дневное время. Но Линдон Джонсон изменил эту традицию, когда в 1965 году произнес речь вечером, чтобы привлечь большую телевизионную аудиторию. Первый месяц после инаугурации избранный президент выступает перед обеими палатами Конгресса, но это не считается речью о положении дел в стране. Такая речь произносится лишь через год нахождения президента у власти.